Всем доброго времени суток. Продолжается зима, и значит продолжаются обзоры. Сегодня на обзоре у меня будет маленько не то, что обычно обозреваю, скажем так. Сегодня у меня будет продукция компании такой интересной, как Аргентум. Ссылку на сайт я под видео оставлю, посмотрите, что там за продукция, что, где, как и тому подобное. Хотелось бы сказать, что они занимаются вот изготовлением и продажей именно рыболовных всевозможных платформ, кресел, аксессуаров к ним и вот таких вот боксов, всевозможных сумочек, рюкзаков и вот таких вот контейнеров. Все эти контейнеры у нас выполнены из высокопрочного ЭЛА, но имеют некоторые модификации, некоторые различия. Посылочка пришла сегодня, получила ее буквально полчаса назад. Не стал я делать анбоксинг, не стал там распечатывать ножницами, там нюхать, пробовать на вкус там упаковку и тому подобное. Скажу, упаковано нормально, то есть все дошло в целости и сохранности, я все это уже дело посмотрел. И сейчас просто хочу познакомить вас с их продукцией, посмотреть, что же это такое. Значит, брал я это все для ловли хирабуны и, скажем так, танага, чтобы эти все контейнеры, сумки и тому подобное, они непромокаемые, они герметичные, чтобы все мои мелочи, которые я с собой беру, чтобы прикормки, насадки и тому подобное, чтобы все было в сухе, в тепле и в уюте. Начнем, пожалуй, с самого маленького контейнера или бокса. То есть он у нас имеет габариты так 14 сантиметров, так 9 сантиметров и по высоте 10 сантиметров. То есть он предназначен для хранения всякой рыболовной мелочевки и тому подобное. Имеет вот такую прозрачную крышечку, через которую отлично видно, что у нас там лежит. Имеет двухзамковую молнию, значит, снабжена вот такими вот ухваточками оранжевого красивого цвета. Здесь мы имеем логотип Аргентум. То есть предназначена, как я уже сказал, для хранения всякой мелочевки. И плотно закрывается, не подвержена, скажем так, промоканию, продуванию и прочим всяким гадостям и неприятностям, которые постоянно с нами случаются. Контейнер, ну так по первому ощущению, достаточно интересная штука такая. И я, наверное, штучки 3-4 бы взял бы себе еще. Потому что дома все рыболовные принадлежности, мелочевка хранится что где, по шкафам, по ящикам, по сумкам. А здесь, в принципе, если я сложу там крючки, вездюшки, там, не знаю, застежки и тому подобное, что мне необходимо будет вдруг на рыбалке, то я его могу взять просто этот контейнер из одной сумки переложить в другой, или там, либо еще, или в ящик, и все у меня будет здорово, и все у меня будет хорошо. Этот контейнер можно, бокс, можно брать как, в принципе, отдельно у них, да, и также можно в составе всевозможных там, не знаю, наборов. То есть какие наборы у них есть, это по ссылочке перейдете, посмотрите, если кому интересно. Ну, достаточно, так скажем, добротная вещь, весит она всего 100 грамм, ну, не думаю, что там сильно уж утрудит при переноске. Второй бокс практически ничем не отличается от первого. Единственное, что размерами и тем, что вот здесь у нас имеется вот такая вот ручка для переноски. То есть тоже этот, его я брал с целью приспособить для насадок именно для канага. То есть все сюда сложить, все у меня будет в одном месте, все у меня будет хорошо. Насадочки, оснасточки. Танага не подразумевает с собой там переноску каких-то огромных рюкзаков и сумок. То есть этого мне должно хватить за глаза. Даже в крайнем случае можно использовать как кан для пойманной рыбы. Крышечка тоже самая у нас прозрачная. Размер он имеет 22 сантиметра, так 15 сантиметров и так 10 сантиметров. Также имеет двухзамковую молнию вот с такими вот ухваточками. Крышечка прозрачная, через которую будет отлично видно, что у вас там лежит. Ручка очень удобна для переноски. Размеры имеет 22 сантиметра, так 15 сантиметров и высота 10 сантиметров.
Вот такая интересная штука. Может приобретаться как отдельно, так и в составе набора. Следующий это у нас просто вот такой контейнер. Из Эва. То есть он достаточно такой, скажем, плотный, легкий, герметичный. Его я брал либо под замешанные прикормки, либо под воду, чтобы руки мыть на рыбалке, либо там под другие какие-то надобности. Очень интересная такая штука. Там у них на сайте представлен очень большой набор. На каждом написано, кроме, скажем так, логотипа, еще объем его. Вот этот у меня 2,2 литра. То есть вот такой. Имеет размер, значит так, 21 сантиметр, так 14,5 и так 9,5. То есть примерно уже можно по размерам прикинуть. На сайте производителя все размеры и емкость этих контейнеров, она в принципе указана, можно посмотреть, можно выбрать. Так что, как они себя покажут на рыбалке, ну я думаю, лишним не будет, это точно. Это мы с вами летом посмотрим. Ну и последним номером нашей программы у нас выступает вот такая вот сумка. Сумка еще форму свою толком не приобрела, потому что она приехала вот в таком виде. То есть, как она запакована. В принципе, ее можно, место много не занимает. Можно использовать как просто кан для переноски рыбы, либо для хранения ее. Здесь нет никаких отверстий в крышке, под всевозможные там гидраторы, нет никаких карманов, это просто сумка. Имеет две ручки, имеет плечевой ремень. Выполнена из такого же эва, достаточно плотного. На крышке у нас имеется вот такая вот молния, для того, чтобы можно было туда что-то положить, либо вытащить, не открывая саму сумку. Далее. Так, я сейчас это все сложу туда, чтобы она приобрела форму и более-менее удобно было. Затем она, надеюсь, выпрямится. То же самое, две двухзамковые молния. Она у нас имеет ухваточки и вот такие резиночки. Зачем эти резиночки надо, я вам сейчас скажу. То есть мы берем, скручиваем нашу крышку, чтобы она нам не мешалась. Этими резиночками так прихватываем и все, она сбоку висит, не открыта, не мешается, не доставляет нам никаких неудобств. Контейнер. Вот поперек сумки ходит прямо как здесь он жил, этот контейнер. Самое поперек сумочки. Ну а этот контейнер можно либо в ту, либо в эту сумочку положить. В принципе, вот он спокойно ходит. В принципе, как раз то, что мне нужно. Ну и дополнительно можно положить какие-то аксессуары. Ну вот сумка вроде более-менее приобрела форму. Вот такая она сама из себя. То есть не промокает, можно ставить там мокрую траву на грязную какую-то там, не знаю, на грязный берег. Потом спокойно тряпочкой протер, помыл, все хорошо. Внутри то же самое. Можно использовать как и для перевозки рыбы, так и для непосредственно как кам. Даже может быть под живцов. Значит, какие размеры она имеет? Длиной она у нас 40 сантиметров. Значит, шириной 22 сантиметра и высотой 25 сантиметров. Ручки пластик. Значит, на ручке имеется такая защелка, чтобы эти ручки так между собой можно было для удобства, чтобы не телепалось. То есть сложили все свои прибамбасы. У вас уже голова не болит, что туда попадет какая-то влага, нанесет какого-то мусора,
либо еще что-то. Переноситься может как за ручки, так и посредством плечевого ремня. Ну, ремешок покажу такой простенький, но и сумка не скажу, что такая прямо там навороченная, да? Но я вам открою секрет. Я это взял на рыбалку ходить, а не перед карасями танцоваться. Не знаю, меня все устроило, так что думаю, все эти рыболовные прибамбасы вы будете видеть в следующих роликах у меня на рыбалках. Так что не забываем подписываться на канал, лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. На этом все. Всем пока.